Депутаты окружного совета депутатов от «Единой России» Татьяна Одинцова, Вячеслав Киреев и Андрей Яцишин проверили состояние экопункта в парке культуры, спорта и отдыха. Фандоматы принимают пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Перед утилизацией необходимо убедиться в том, что тара пустая, чистая и не смята, а на этикетке есть штрих-код. В спортивном парке отдыха фандомат работает исправно.